Разгул преступности в Киеве с погонями и перестрелками. За минувшие сутки в столице 5 разбойных нападений. Как минимум 2 происшествия с применением оружия. В Голосейском районе преступники открыли огонь по машине, водитель которой вез 2,5 миллиона гривен. Владельца автомобиля ранили и отобрали сумку с деньгами. По данным сайта DTP.ua, пострадавший пытался догнать грабителей, однако его остановили патрульные. А вот преступников они упустили. Еще одна перестрелка на Днепровской набережной. В ходе словесной перепалки один из 2 мужчин выстрелил из травматического оружия и пытался скрыться на автомобиле. Только благодаря свидетелям, которые выследили его, полицейским удалось задержать злоумышленника. Выяснить детали ЧП мы пытались в Главном управлении нацполиции в Киеве. Однако на многочисленные телефонные звонки и запросы нам так никто и не ответил.